Михаил требует, чтобы Максим немедленно нашел и привез Лиду Белову. Михаил в панике рассказывает Максиму, что Лида единственная дочь его заклятого врага, Петра Белова. 10 лет тому назад Петр перешел дорогу Михаилу, и тот заказал его убийство Богдану. Максиму и Насте удается скрыться от людей Петра, но охота на них продолжается. Михаил усиливает охрану в доме, привозит туда и Эдиту.